Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру Deus Ex Human Revolution. Ладно, мы продолжаем бегать по фабрике, по заводу шерифом. В предыдущей серии мы вот полностью зачистили вот эти компьютеры. И теперь мы продолжаем зачищать уже компьютер уже на этой стороне офиса. Да, давайте продолжим. Если слишком тут все компьютеры тут нужно будет взламывать, так что вот у нас проблема. Взлом. Нам нужно отсюда дойти до отсюда. Окей, окей. Пробуем. Так, здесь укрепимся. Блин, у нас проблема. Да, сюда. И сюда вот. Все. Так. Билет какой интересует? Это про билеты в театр. Мы, может, смотрели уже на одном из компов. Мы предложили кучу усилий, чтобы добиться последних крупных контрактов. Я хочу напомнить, что вместе с повышением производительности... нужно также предпринять все необходимые меры по обеспечению качества и безопасности на рабочем месте. Во всех секторах будут проведены часовые семинары по вопросам ISO 23000, производственный стандарт, и всем проблемам, которые у вас могут возникнуть при выполнении данных указаний. Менеджер вашего сектора свяжется с вами, чтобы выбрать время, которое уж всех устроит. Мы полностью доверяем вам в вашей работе. Просим вас посетить эти семинары с тем, чтобы продолжить борьбу за инновации и качество, которым славится Шариф Индустрис. Только что получил из лаборатории спецификации на нашу крошку. Скорее всего, это тайфун, да? Слушай, я тут весь на нервах. Я, конечно, патриот и все дела, но ты видел, что эта штука делает. Мы действительно хотим выпустить на рынок нечто подобное. Это же мечта бомбиста-самоубийцы. Так, понятно. Вот какая-то информация появилась новая. Про то, что на шестерке стоит. Вот этот прототип импланта Тайфун. Что это такое? Непонятно. Ладно, идем дальше. Следующий компьютер взламываем. Все, давайте укрепляем. Дальше. Дальше. Но быстрее, быстрее, быстрее. И сюда теперь. Давай, давай, давай. Успели, успели. Ух ты, это было близко. Так, что у нас тут? Финальный рывок контракта такой-то. Как вы знаете, мы приближаемся к последней станции производства системы Тайфун. Во-первых, хочу всех поблагодарить за упорный труд в течение прошедших недель, мы можем гордиться. Чтобы успешно уложиться в график, нужно принять последний рывок. Для этого нужно поднять производительность и заставить фабрику работать постоянно. Нам нужна рабочая группа на выходные на следующий день. Это следующий день. Так что, кто заинтересован выйти на работу, выйти или... Короче, мы читали это уже. Это тоже читали. Я снова в городе, полный гусов барахла. Заходи, глянь, тебе понравится. Только закончила изучать план реконструкции, который Тим Колдвелл предлагает для сборочной линии номер 2. Амбициозный проект, но должен сработать. На мой взгляд, если мы сможем доказать, что он снизит время для лишних проблем с качеством и с безопасностью, Дэвид его примет. Я уверен, передать Тиму, что его команда может начинать работу и назначить с ним встречи для обсуждения графика и тех вопросов по скрипту. Если вдруг утром забыла сказать спасибо тебе, жду свидания на следующей неделе.
Так, ладно. Идем к следующему компьютеру. Здесь ничего нету. Диски, папки, ни хрена полезного, короче, да, мне все равно ничего не нужно. Ни патронов, ни ничего, короче. Так, тут еще три компьютера. Давайте проверим эти теперь. Сламываем, надо все проверить. Так, а то к нам куда сейчас нужно добраться? Так, ладно, я понял. А это что такое? Это хранилище данных. Содержит скрытые награды, включая деньги, опыт, вирусы и черви замедления. Но вы их увидите только в том, что если попытка взлома будет удачной. Окей, окей, окей. Ладно, давайте полезли. Захват. Сюда. Быстрей, 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 быстрей. Тут укрепиться. И тут захвати. Все, спасибо. Что у нас здесь? Так, это Фрэнка Притчета, да. Временная остановка сервисов. Теперь все работает. Похоже, у нас какая-то проблема с сетью, которая не упускает нас к внешним ресурсам. Мы работаем над решением и сообщим всем, как только восстановим сервис. От Грека Торпа. Джози мне сказали, что тебе без команды будет выдано разрешение приступить к плану реконструкции. Я назначаю совещание между мной, тобой и Хелен Портером для обсуждения графика и кое-каких тех вопросов. Как насчет того, чтобы встретиться в четверг часа 4? Слово поздравляю. Если реконструкция увеличит производительность, в штабе нами будут очень довольны. Два приятеля. Холодильник забит, все готово. Тигры против Уорилос показывают пик. Вечером 5 часов. Ты готов? Ну, ничего особенного. Такое, как это твое. Но осталось два компьютера. Все, давайте. Взлом. Проверяем. Взлом. Куда нам нужно идти? Нам нужно сюда. Дойти до сюда, да? Окей, два. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так вот. Access granted. Окей, окей. Так, Грег Торп. Всем привет. Мы приложили рай. Мы это все, кажется, читали, да? Да, мы это все читали. И это тоже так считается, тоже ничего полезного. Так, у нас остался последний компьютер, который мы также еще не посмотрели. Также взлом. Взлом. Так, понятно. Ну, вот сюда нужно, давайте укрепимся. Захватим. Сюда. И сюда. Access granted. Окей. Ну, что тут? Это опять от Фрэнка Притчета, да. И безопасность комплекса. Ну и все. Вроде мы все проверили. Все два места, первый, второй, все сделали. Все, пойдем, все, выходим отсюда, наконец-то. Да, пойдемте. Нам сейчас нужно вот сюда идти, да? Да, нам сюда сейчас, наверх. Пока никого не видим. Это хорошо, это радует. Шериф Индистри зачеркнут. Фанатики тут. За чистоту, что нельзя
людей модифицировать. Все должно оставаться, как все было задумано изначально. Без железа. Без нанотехнологий в мясе. Да? Так, что-нибудь тут интересно есть? Да, электронная книга. Искусственные мыши. И семинара Хью Де Роу для ВВС 4. Весна 2009. Ух ты. Первые попытки по созданию искусственной мышечной системы представляли собой грубые конструкции из поршней, пневматики и электромоторов. Они остались в прошлом, уступив место синтетики, имитирующей вид и функции мышечных тканей. Эти искусственные мышцы известны под обозначением EAP. Электронные полимеры созданы совершать линейные движения по типу своего идеально подходящего для кибернетических протезов, конечностей. Ай, ладно, просто давайте прочитаем так вот. Технологии, которые мы разобрали в Darrow Industries. Скорее всего, это конкурент, как я понимаю, да? Ну окей. Ничего больше тут нету. Да вроде ни хрена. Карта. Ладно, все, пойдемте отсюда. Выходим. Не ври мне! Я не хочу причинять тебе вреда. Ты же гражданская. Но придется, если ты не оставишь мне выбора. Если ты никому не хотел причинять вреда, сидел бы дома. Ну надо же! Цепная шавка шарифа. Что, небольшая уборка перед приходом полиции? Он считает, мы нарушаем закон. Заткнись! Вы все осквернители тел, нарушаете закон! Вы все одинаковые! Когда люди узнают, что в банде была жестянка, будет непросто убедить их, что вы чем-то от нас отличаетесь. Что? В лаборатории я нашел одного твоего, который взламывал систему безопасности, используя хакерский имплант. Неплохо, парень. Но я никогда бы не взял к себе одного из таких уродов. Назад, жестянка! Мне надо кое с чем разобраться, понял? Если ты сказал правду, а я тебе не верю, слышишь ты? Но я должен. Я должен проверить. Так что мы с этой бабой уходим. Но? Чё он ждёт? Я не думаю, всё кончится сейчас. Я не позволю тебе уйти с ней. Расслабься. Мне так же, как и тебе, интересно, кто за этим стоит. Я не стану тебя останавливать. Давай попробуем вот это вот. Я не позволю тебе уйти с ней. Стоять, урод! Я сказал назад, иначе этой сучке не жить. Чушь, ты же не такой. Ты не трогаешь мирных жителей. Верно, черт возьми. Я ветеран. У меня есть награды. И я не позволю себе дурачить. Я должен узнать, кто за всем этим стоит. И эта баба мой билет на выход отсюда. Слушай, что бы это ни было, это большая игра. У тебя будет больше шансов докопаться до сути, если согласишься работать со мной. Но я не смогу ничего сделать, пока ты ее не отпустишь. Ты в своем уме? Я не связываюсь с железяками. Боже, ты меня, похоже, за идиота держишь. И это вполне понятно. Потому что именно так я сейчас и выгляжу. Копы загнали меня в ловушку. Единственный выход — взять заложника. Черт знает что, да? Так, твои дела лучше, чем ты думаешь. Ты говоришь, что воевал, значит, ты сможешь справиться. Тебе не нужно, чтобы выбраться. Ты думаешь, что сможешь выбраться, прикрывая заложника? Ты так уверен, что ты не видишь, что есть и другие решения. Отпусти ее. Тебя оставили в дураках, ты привел своих людей в ловушку, а теперь все самое хочешь на волосок от гибели. Лучше отпусти ее. Больше нечего сказать! Сделать лучше. Ты думаешь, что сможешь выбраться, прикрывая заложником? Ты так уверен в этом, что не видишь, что есть и другие решения. Отпусти ее и поймешь. Прости, у меня нет выбора. Да ни за что я тебе не поверю. Ты заодно с легавыми. Они взяли меня в тиски. У меня просто нет выхода. Я здесь совсем один. Полиция будет занята людьми. У них не будет времени думать о тебе. Но если с заложником что-то случится, ты добьешься их внимания. Приоритеты изменятся, и ты получишь свое. Будешь убит.
Полиция будет заботиться о людях. Но у них нет времени, чтобы думать о тебе. Если что-то случится с девушкой, ты добьешься их внимания. Приоритеты изменятся, и ты получишь свое. Будешь убит. Звучит разумно, но я не знаю. Один из таких, как ты, заставил моего брата дурить меня. Так что теперь вы у меня получите то, что заслужили, чертовы проныры. Все, я больше не собираюсь с тобой спорить. С дороги, урод! Ну, послушай, хакер хотел, чтобы ты погиб. Он использовал твоего брата, потому что он знал, что ему ты веришь. Видишь, как украл? Послушай, хакер хотел, чтобы ты погиб. Он знал, что ночью здесь будут гражданские, и все рассчитал. Он использовал твоего брата, потому что знал, что ты ему доверяешь. Видишь, как хорошо он тебя знает. Он ждал, что ты возьмешь заложника, а потом полиция тебя прикончит. Ты прав. Черт. А ведь знаешь, он меня когда-то спрашивал о заложниках. Я сказал, что смог бы, если понадобится. И вот решил, что придется, а на самом деле не надо было так. Давай, беги отсюда. Ты свободна. Я сделал то, что ты хотел. Теперь пусти меня. Я тоже устал, приятель. Мне ведь тоже интересно, кто на самом деле стоит за всем этим. Ну ладно. Наверное, я буду тебе должен. Но обещаю вот что. Кое-кто за это заплатит. Я посмотрю там. Адам. Адам, что происходит? Доложи ситуацию, Адам! Сандерс ушел, босс. Но я практически уверен, что он подставной дурачок. Кашу заварил кто-то другой. Зараза. Ладно, возвращайся немедленно. На крыше здания администрации есть площадка. Жди Фариду там. Понял. Дженсен, отбой. Что ж, сюда уж ворвались терминаторы, да? Тут есть какие-то этот каменный секретарь. Но... Опустите это, сэр. Не могу. Я обыскиваю тут все. О, глобус. Такое, что я в этот первый раз вижу. Вся необычная какая-то голограмма показывает, а здесь вон нормальный, старинный. Так, что здесь? Взлом. Взлом. Но нам что делать нужно? Укрепиться. Захватить. Так, захватить. Укрепиться. Access granted. Вот так. Ну что, посмотрим, что здесь находится. Дэвида Шарифа Джози Торп. Ты в курсе, что у нас тут беда? Надо закрыть несколько крупных заказов для известных контор. Тайфун лишь первый в списке. От этих контрактов зависит здоровая часть нашего дохода. То есть для нас абсолютно необходимо выполнить эти заказы в срок и без проблем. Крайне важно провести необходимые приготовления для повышения производительности фабрики. К завтрашнему вечеру я хочу увидеть подробный обзор графика производства на месяц. Прости, что так внезапно обращаюсь, но ты справишься. Я верю, если мы соберемся и как следует потрудимся, мы все отлично успеем. Дэвид. Срочно требуется ответ. Президенту, генеральному директору. Конфиденциальное предложение. Проконсультировавшись со своими коллегами и изучив информацию, собранную Нигерийской палатой промышленности и торговли, особо тут Нигерия. Нигерийской. Я хотел бы попросить вашей помощи в переводе суммы в 47 миллионов долларов. А 47 миллионов 500 тысяч кредитов на ваш счета. Деньги были получены по контракту с сильно завышенной стоимостью, выполненному и оплаченному иностранным подрядчиком около 5 лет назад.
С того момента деньги были заморожены на особом счету Центрального банка Нигерии. А скажите, пожалуйста, а при чем тут Нигерия? Тут как-то... Чем тут Нигерия завязана? Чем Африка тут виновата? Ладно, мы потом узнаем. Почему, с чем связано. Сейчас мы готовы перевести деньги за рубеж. И здесь нам требуется ваша помощь. Причина этого в том, что мы, как государственные чиновники, не можем иметь счета за рубежом сами. Данная супа будет разделена следующим образом. 70% остается нам, 25% вам и еще 5% потрачено на различные расходы, связанные с переводом денег. Для обеих сторон нет никакого риска. Я работаю бухгалтером в Нигерийской национальной трансгуманистической корпорации. Если вы считаете предложение приемлемым, нам от вас потребуются следующие документы. И... Имя, телефон, факс вашего банкира, номер ваших личных телефонов и факса для конфиденциальности и ваш фирменный бланк с печатью и подписью. Как вариант, мы можем выслать вам текст, который должен быть напечатан на бланке с объяснениями, что именно от вас требуется. Операция займет 30 рабочих дней. Прошу быстро ответить. Я вообще ни хрена не понял. За что? Кто-то решил попросить, чтобы вот эта тетка Джози Торп помогла перевести 47 лямов. Насчет какой-то там нигерийской, какого-то банка, Центрального банка Нигерии. Какие-то тут аферы слишком большие, вообще непонятно. Ладно, подумаем сейчас. Может, это поговорить. Вы в порядке? Да, да, все хорошо. Просто немного трясет. А что с остальными заложниками? Там был мой муж в цеху сборки. Я слышала, они говорили о бомбе. Не переживайте, они в безопасности. О, слава богу. Когда эти люди появились, мистер Дженсен, они никак не могли попасть внутрь. Я лично дважды проверила все протоколы. У нас же проект «Тайфун». Да. Думаю, Притчард сейчас сделает то же самое. Оставайтесь здесь. Полиция Детройта хочет задать вам пару вопросов. Скоро вы увидитесь с мужем. Спасибо, мистер Дженсен. Вы герой. Так, ладно. Пойдемте размышлять. Что она вот хотела, где вот владелец этого компьютера... перевести 47 лямов в Центральный банк Нигерии за что? За тайфун, что ли? Моя жена, она все еще там. Я должен узнать, что с ней. Вам придется подождать, пока здание не будет зачищено. Моя жена, с ней все в порядке? С ней все хорошо. Разве что немного нервничает. Полиция хочет поговорить с ней, но скоро вы увидитесь. Не знаю, что и сказать. Я думала, они убьют ее. Вы настоящий герой. Я найду способ отблагодарить вас. Клянусь. В этом нет необходимости. Я просто делаю свою работу. Не скромничайте. Я не сразу знал вас, но я знаю, кто вы такой, мистер Дженсен. И знаю, что вы еще не должны были возвращаться к работе. Слава богу, вы... Я свяжусь с вами. Ждите. Так, ладно, пойдемте. Скорее всего, вот эта тетечка, она и сдала вот, ну, все эти коды доступа, все такое, где находится сам тайфун и так далее. Или
Сам тайфун хотели продать. Я не знаю, что с этим связано. Сегодня ты осчастливил многих людей, Дженсен. Не только тех, кто носит роскошные костюмы. Мне за это и платят. Нет. Тебе платят за то, чтобы ты предпочитал интересы корпорации интересам людей. Но ты нашел способ помочь всем. Интересно, правду ли говорила про тебя доктор Рид? Меган? Ты о чем, Малик? Перед тем, как тебя взяли. Она сказала, что в газетах врут про Мексикан Таун. Что тебя не вышвырнули, а ты сам ушел, когда понял, что хранить из... защищать превратилась в хранить и защищать корпоративные интересы. Я рада, что она оказалась права. Ты готов отправляться? Готов, да. Забирай меня отсюда, Малик. Да, забирай меня отсюда, Малик. Как пожелаешь. Давай, залезай. Давай. Все, улетаем отсюда. На своем этом вертолете. Ну, все, улетаем. Все сделано. Поступили новые распоряжения, Дженсен. Босс хочет, чтобы Причард как можно скорее осмотрел тайфун. Принято. Спасибо, что подбросила. Без проблем. Да, и еще, Дженсен, просто хотела сказать. Новая внешность тебе здорово идет. Как будто с тобой ничего и не случилось. Спасибо. И какие ощущения от этих имплантов? Извини. Ты только пойми меня правильно. В смысле, у меня у самой есть пара нейропротезов. Небольших, чтобы лучше летать. Но я сама решила, что они мне нужны. Ты нет. Ну а теперь, когда ты испытал их в деле, что ты думаешь? Ну, давайте подумаем. Но сейчас я себя чувствую здорово. На удивление здорово. Они сегодня пригодились, но тем не менее я не выбирался на имплантанты или нет. Думаю, что людям пора перестать меня все время про них спрашивать. Ну, вот это вот. Думаю, что людям пора перестать меня все время про них спрашивать. Эй, я просто... Как только я здесь появился, все стали на меня пялиться, обсуждать, готов я или не готов. Ты довольно быстро поправился, Дженсен. Обычно требуется не меньше года, чтобы привыкнуть к новым конечностям. Может, на мне все заживает, как на собаке. А может, я сдохну скорее, чем брошу работу из-за того, что со мной случилось. Работу? Серьезно? Потому что мы оба знаем, что сегодня ты пришел не из-за этого, Дженсен. Слушай, как и тебе, мне не терпится найти тех, кто это сделал. Так что, если я могу хоть чем-то помочь, просто скажи. Спросить про первую атаку. Честно говоря, я хотел узнать о первой атаке. На самом деле есть кое-что. Я хотел бы узнать о первой атаке. Хорошо, спрашивай. Давай отсылать с наемников. Кто-нибудь видел еще? Видел их? Те, кто атаковал? Кто-нибудь еще видел их? Тех, кто атаковал. Недостаточно хорошо, чтобы описать. Причарду удалось получить смазанное изображение с одной из камер, но все записи были изъяты службы национальной безопасности. Национальной? Я слышал, из-за убийства дело передали в управление специальных расследований. Управление специальных расследований Детройта. Да, но только на первый месяц. А потом... Единственное, что я знаю точно, дело до сих пор не закрыто. И мистер Шариф недоволен. Хорошо, мнение Малик. В ту ночь ты была там. Что ты запомнила? Хаос. Сначала все решили, что произошел несчастный случай. Но Причард ничего не мог увидеть. Все коммуникации вышли из строя. Потом мы услышали взрывы. К тому времени, когда мы поняли, что случилось... Они ушли. Кто бы ты ни был, Дженсен, они молодцы. Специально обученные молодцы. Хорошо, и мотив. Я все думаю, зачем они напали. Что им было нужно? Разве не ясно? Они не хотели, чтобы мы оказались в Вашингтоне. Нет, они только отсрочили это.
Слушание можно перенести. Открытие Меган может представить кто-то другой. А по-моему, нет, Дженсен. Они уничтожили всю ее команду. Деклан Файерти, Василий Шевченко, Ния Колвин, даже Эрик Кос. Лаборатория, где нашли их тела... Выгорели дотла, точно. Единственное, что уберегло от огня тебя, рухнувшая несущая стена. Можешь не верить, но это спасло тебе жизнь. Значит, атака должна была уничтожить разработки Меган. Очень на это похоже. Мистер Шариф хочет все восстановить, но на это уйдут месяцы. Если за это время компания не обанкротится. Ну все, давайте уйдем. Я найду их, Малик. Так или иначе. Я верю в тебя. И на всякий случай знай, что бы ты ни делал, я готова помочь. Я ценю это, Малик, но сейчас... Ты должен доставить Тайфун в техническую лабораторию. Да, увидимся позже. И еще, Дженсен, когда все будет улажено, босс хочет видеть тебя в кабинете, чтобы выслушать отчет. Так точно. Доброй ночи, Малик. Ну что ж, пойдемте отсюда. Считаю, что надо сейчас уже делать. Нужно передать Тайфун перчатку. Шериф хочет, чтобы я повременил с прапортом и убедился, что Тайфун не повреждён. Причард может осмотреть его и в тех лаборатории. Можно, нужно с ним поговорить. Тут ничего. Так, у нас есть доступен один праксис. Так, тут где-то был этот. О, взлом, захват. Так, что тут? Мы можем управление турелями включить, чему можем научиться. Можем захват второго уровня. Взлом. Давайте вот это возьмем. Пригодится. Да, тут 5 этих, ладно. Мы всех возьмем. Все. Пойдемте отсюда. Работать пора. Нужно отдать этому притчу черту. Кстати, как я открыл тогда вот в эти вот самые двери? Так они здесь По-моему, лежат. Ужасно, что люди так быстро обратились против Дэвида. Можно подумать, он виноват, что эти психи продолжают нападать на нас. Похоже, многие считают, что мы что-то скрываем. Только потому, что Элиза Касан продолжает болтать об этом. Нет, серьезно. А раньше весь Детройт слушал, что говорит Дэвид. Что случилось? Случилось то, что Дэвид слишком увлекся обещаниями, которые не смог сдержать. 20 лет назад Детройт умирал, помнишь? Шариф пообещал вернуть его к жизни. Разве это под силу одной компании и одному человеку? Я думаю, они просто неблагодарные свиньи. Кстати, вот только что вот из этих вот, из-за разговора вот этих вот... Адам, я слышала, что вы вернулись, но никак поверить не могла. А вы неплохо выглядите. Из разговора вот этих мы узнали, почему вот Детройт, ну, не обо... Ну, как я помню же, Детройт был уже как бы городом-банкротом в Пиндостане, да? Ну, а вот тут сказали, почему он не... В таком виде нормальном. Так, кстати. Давайте проверим. Вот тут лифт есть, ничего полезного, да? Вот здесь что тут? Также ничего интересного. Лифт. Также лифт. Ничего полезного, да? Там причита, черт. Лифт. И... А, вы говорили, а... Где-то я видел, что можно купить и... эти самые улучшения. По-моему, сразу было ясно, что он не из борцов за чистоту. Думаю, кто-то внедрил его в шайку Сандерса, чтобы управлять этими Ого. Бандитами. Да, но кто? Кто знает, что мы работаем Четвертый уренчик безопасности. Скажи, кто-то на нас в прошлый раз, Рой. Ну же, смотри. Когда они вломились, мы как раз проводили испытания. Ладно, допустим так. И что, думаешь, за этим стоит иностранное правительство? Ага, Нигерия. Наши наемники работают не только на государство. Изолей, Кусанаги, Тайюн Медикал.
Кто угодно из наших конкурентов мог стоять за этим. Ага. Так, где я могу купить эти самые штукенцы, которые я могу костюмы улучшать? Мне говорили, что где-то здесь можно их купить. Просто это будет плохие воспоминания. Мне нравится эта работа, но тяжело знать, что в любую... Так, вы знаете, где я хочу? Мистер Дженсен! Да-да-да, где находится... Мне нужен кабинет шерифа. Значит, вы хотите попасть в пентхаус. Чтобы попасть туда, воспользуйтесь лифтом в левом крыле здания. Так, хорошо. Причет, я знаю. Причет, я знаю, где находится. Кто-нибудь заходил ко мне в кабинет? Разве что уборщица. И еще вас искал мистер Карелла. А кроме этого, никто не заглядывал. Два этажа наверх, а затем направо. Ну окей. Спасибо, я найду дорогу. Конечно. Добрый вечер, сэр. Так, ладно, я более-менее понял, что где находится. Наш офис находится вон там вот, да? Рядом с офисом Причтона. Так, а попробуем так найти. Где-то должно быть. Так, нет, здесь там ничего полезного нету. О! Уборщик. Тоже ничего полезного. Блин, уборщиков много Джози так как-то. Дойл. Она управляющий фабрики. Верно, Джози. Да, я ее знаю. Что случилось? Говорят, главарь террористов угрожал ей пистолетом, но отпустил после разговора с Дженсеном. Ух ты, здорово. Хорошо, что там был Дженсен. Избавил нас от очередных похорон. Видит Бог, нам и так хватило. Ага. Спасибо, что мне сказали это вот таким способом. Так, ладно, до этого пробегаем. Ну что, можем сейчас взломать, да? Например, его там сейчас взять. Взлом. Давайте. Ну и? Давайте, укрепляемся. Захват. Еще. Так, давай быстрей. Все, захватывай. Access denied. Fuck you. 25 секунд. Ну окей, хорошо. Вы же спасли заложников, да, Дженсен? Звучит цинично, но, возможно, лучше бы они погибли. Это почему же? Может, я, конечно, просто устала, но мне все равно кажется, что несколько жертв помогли бы нам повлиять на общественное мнение. Послушайте, может, я, конечно, просто почему устала, она, видите, не хочет? Кто бы еще? Так, нет. Сделаем вот что. Сохранять. Принять. Ок. И пробуем. Так быстрее будет. Нужно быстрее дойти до сюда, чем они вот сюда дойдут, да? Так, а попробуем сюда. Все, дальше. Все, быстрей. Блин, че так долго? Access denied. Так, ладно. Сейчас вы не можете, да? Система заблокирована. Окей. Так, ладно, пробуем еще раз. Взлом. Так, меня интересует, что означает вот эти цифры? Сложность, что ли, взлома? Да?
Ладно, давайте попробуем. Все, быстрее, быстрее, быстрее. Все, быстрее, захватывай нас сейчас много времени. Access granted. Вот так вот. Все, окей. Открыли мы дверь. Здравствуйте. Что у вас тут есть такого, что может мы там закрывались? Наконец, хоть кто-то способный довести дело до конца. С возвращением, Адам. Ты там можешь что-нибудь посмотреть? Ты что, в интернете шаришься? Нет? Когда вы ушли, мы совсем упали духом. Думаю, теперь все будет по-другому. Ну ладно, давайте проверим, что вы там тут прятали от меня. Давайте. Это Дэвида Шарифа. Ситуация заложников. Какого хрена пик на нас взялся? После этой долбанной речи Таггарта в ООН, Кассан только и знает, что приплетать его по каждому поводу. Это же на нас напали, мать вашу. Мы потеряли людей, а не он. Где хоть какое-то сочувствие? Лай, телефон в зубы и займись Диан. Я тебе деньги плачу за это. Короче, какой тут тоже хотят, чтобы, ну, шериф обанкротился, да? Так, хорошо, а здесь что? Эй, босс, тут шериф проявился. Похоже, он стал на тропу войны, и вы бы сюда вернулся поскорее. А да, вечером в субботу в кино-то пойдем? Понятно, все. Ладно, все, пошли отсюда. О, электронная книга. Че тут? Шериф Индустриз. Путь к завтрашнему дню. Мы Шериф Индустриз, специализирующийся в разработке и изготовлении новейших нейромодификаций и нейропротезов для людей, стремясь при этом обеспечить нашим клиентам продуманным и индивидуальным имплант. Короче, читаем про себя лучше. Ну, короче, обыкновенная реклама компании. Ничего такого особенного. Ладно, пошли. Все, зато закроем. Давай, закрывай давай. Так же можно взломать, да? Компьютер есть. Давайте попробуем. Взломать. Ох, как все как-то это, да? Давайте попробуем. Быстрей. Сюда. Какого? А, твою мать. Access denied. Да я понял, что проблема. Код не найден. Ура! Ура. Если я сейчас рухну туда вниз, будет, наверное, больно, да? Ладно. Что еще можно взломать? Тут еще есть какой-то офис, да? Ой, как, блин, все много, что можно взламывать-то? Ну, скоро там. Все нормально. Взлом. Так, ладно, нам нужно сюда дойти, да? Вот так. Да, вот так. Раз, два, три, так. Сюда. Сюда. Ну, быстрее, захватывай. Access granted. Все, ура. Открывайте. Нужно проверить.
Что здесь хотели прятать? Ничего особенного, ничего особенного. Следующие 3 десятилетия. Где мы будем в 50-м году? Когда-то давно мы верили, что мир станет единым государством, своеобразным Пиндостаном Земли. Под управлением глобальной правительственной структуры. Сегодня такое предсказание кажется нам странным и недальновидным. Реальность такова, что мы живем в эпоху, когда суверенные нации и правительственных стран представляют собой лишь условные линии на карте мира. Все больше граждан отдают свою лояльность не государственным флагам, а истинным межнациональным образованием, корпорациям. Можно предвидеть, что наступит время, когда люди будут подданными своего работодателя. Перестав быть китайцами, французами, канадцами и т.п. Более традиционным национальным образованием США, примерно, придется разделиться, чтобы поддержать внутреннее равновесие. Так, ладно, что у нас тут интересного? От Фрэнка Притчарда. Слушай, еще пойди мимо меня неправильно. Я никого не обвиняю, но мне приходится быть в курсе всего. Должность такая. Фрэнк, это все ты меня обвиняешь? Да я беру иногда нейролизин из лаборатории. Он мне бывает нужен для опытов. Но я веду учет каждой используемой капли. И все остатки возвращаю обратно в морозилку, когда заканчиваю. И должен тебе сказать, не я один тогда по ночам работал. Спроси Брюгера, он подтвердит. До меня дошли сведения, что в лаборатории пропадает нейропозин. Причем случается это в те вечера, когда ты работаешь допоздна. Можешь объяснить? Не могу. Я не знаю, что команда Меган там сделала с молекулярной цепочкой пациента X, но это просто невероятно. Я тесты 3 раза прогнал для верности, и нет никаких обычных признаков отторжения. И это 8 недель без нейропозина. Уилл, это же прорыв. Слушай, мне пора бежать, но ты должен сам это видеть. Загляни ко мне в офис 32. Если дверь заперта, нажми 9642. Запомните. 9642. Новый кадр. Начальство в курсе, что мы все работали всех сверх нормы. Чтобы разобраться с последними контрактами, мы ценим ваши усилия и благодарим вас за целеустремленность и усердие при выполнении работы. Мы пытаемся как можно быстрее закрыть на текущие вакансии, однако не так просто найти талантливых ученых, которые отвечают высоким стандартам нашей компании. Если вы знаете подходящих кандидатов, прошу, направляйте их ко мне. Тем временем я хочу поблагодарить вас за вашу верность и терпение в это нелегкое время. От Дэвида Шерифа. Я знаю, что не все вы смогли опомниться от происшествия несколько месяцев назад. Даже с большим трудом могу осознать ужасающую потерю того количества хороших людей, наших друзей и коллег. Я знаю, что нам никогда не заменят нити, но я клянусь вам. Мы восстановим все, мы сумеем вам ладно. Не могу их вслух читать, мне сразу читаю. Спинаясь на каждом слове. Так что давайте пустенько стук прочитаем и про себя прочитаем и все. Так, ладно, все, отключаемся. О, здравствуйте, мойщик окон. А, на меня смотрит, кажется, да? О, на нас смотрит, вот, по-твоему сюда, на нас смотрит. Ух ты, какой интересный. Так, ладно, пойдемте, притчу тут. Тут можно эти двери открывать и открывать. Вот еще одна дверь второго уровня. Вот еще одна, которую можно открыть, наверное, да? Так, эту дверь можно открыть? Нет, это же мы пришли вот к этому. Но, скажи мне, что это такое? Что это за хиней такая стоит? Это, наверное, весы какие-то, да?
Шучу. Из нее я себя сломал, я там стал самый прибор. Мотоциклом увлекаешься, да, на работе? Запер его. На второй этаж. Мотоцикл. Картонки постелил, да? Ладно, что там у вас? Ну и ну. Неужели это сам Аттила примчался с поля сражения? Если это касается тайфуна, я буду через минуту. Так, Причард, я не для того рисковал головой, чтобы потерять ее в дебрях процессоров и переходников. Ничего себе, ты выучил такие слова? Не думай, что раз тебе так легко удалось взломать систему безопасности фабрики, теперь ты специалист по всем этим компьютерам. Сейчас я не могу заняться тайфуном. Да ну. К твоему сведению, сейчас я провожу общую диагностику безопасности нашей сети, чтобы узнать, как хакеру Сандерса удалось добраться до кодов. Думаю, первый вопрос, который надо задать. Чьи это были коды? Впрочем, может быть, ты уже знаешь. Дженсен, пойди выбей пару дверей. Убей кого-нибудь, только позволь мне заняться своим делом. Честное слово, так мы гораздо лучше справимся. Ну и? Чего ты предлагаешь мне сейчас заняться? Но нужно встретиться с шерифом в Питхаусе. Ясно одно, но экстремистов, напавших на нашу фабрику, кто-то заставил это сделать обманом. Пора поговорить с шерифом и выяснить, что на самом деле тут творится. Да самая личная моя версия, вот самая прямая, которая самая простая. Это конкуренты. Как конкуренты шерифа по производству сети их ахинеи. Просто решили тут себе тут проделать, да? Ну, отлично, моя версия. Все, поехали. Ох, как высоковато. Вы мне вид закрыли. Хью, так, послушай ладно. Меня. Возможно, это не он вложил оружие в руки Сандерсу, но все началось именно с выступления Таггарта вон. Уильям Таггарт всего лишь ушлый политикан. Сами знаете, Дэвид. И ради сохранения лица я должен слушать его бредни, глядя ему в глаза? С улыбкой. Обязательно с улыбкой. Мы позже поговорим. Вы хотели видеть меня? Да, как самочувствие? Бывало и лучше. Хорошо, когда закончим здесь, загляни в клинику протез к доктору Маркович. Провериться не помешает. Если вы настаиваете. Послушайте, насчет Сандерса. Да, насчет Сандерса. О чем ты думал? Я отправил тебя туда, чтобы ты обо всем позаботился. Вы попросили меня разобраться в ситуации, я это сделал. Но я надеюсь, что ты еще принесет нам пользу. Сандер не успокоится, пока не найдет тех, кто подставил его. Не Сандер стоит за этим, босс. Я и позаботился. Тайфун в безопасности. Сандерс о нем не знал и был не в курсе, что у хакера есть модификации. Не он стоит за всем этим, босс. И поэтому ты отпустил его? Этот человек вломился на фабрику и захватил заложников, Адам! Я думал, ты к этому готов. Я был. Сегодняшнее нападение. Чья-то попытка заморочить нам голову. Я намерен узнать, чья и зачем, чтобы это больше не повторялось. Отлично. Я тоже. Ты уверен, что у него были приращения? Я выдернул из него провода. А полиция говорит, что нет. Они не позволили мне взглянуть на труп, даже после того, как я пригрозил урезать их пенсионный фонд. Может, им не понравилось, что их так долго не пускали на фабрику? Или может кто-то другой платит им больше, так что я должен делать, босс? Может, кто-то другой платит им больше? Так что я должен делать, босс? Нам нужно посмотреть на тело. У тебя есть старые друзья в полиции. Как ты думаешь, кто-нибудь из них может пропустить тебя в морг? Смотря кто попадется. Отправляйся в участок и попробуй попасть внутрь. Если у хакера были модификации, его нейронный узел поможет нам понять, кем он был. Свяжись со мной, как только доберешься до него. Что ж, босс,
То, о чем вы мне просите, это не вполне законно. Хорошо. Я соглашусь. Но что на этот раз нам нужно сделать? Зайти в морг и встретиться с доктором Маркович. Шериф настоял, чтобы я заглянул к Вере Маркович. Врачу, наблюдающей за моим выздоровлением. Она работает в клинике протез на 2-м авеню, дальше по улице от Шериф Плаза. И нужно достать нейронный узел мертвого террориста. Полиция отправила труп террориста-самоубийца в морг в районном полицейском участке. Если мне удастся выкинуть из тела нейроузел, я больше узнаю о нападении. Пора отправиться в участок Джефферсон Драйв и пробраться в морг. Окей. Ух ты, какая картинка. Ух, какие шарики. Тут я понимаю, глобус. А он может, как это, спутниковые фотки показать? Ладно. Шахматы играешь, ижи, да? Давайте мы... Кстати, я могу посмотреть тут компьютер? Очень интересен. Нет, мы только компьютер не сможем посмотреть. Да, монитор тоже такой интересный. Бейсболом увлекаешься, да? Вау. Даже больше, даже эти бисти. Мячики всякие, да? Биты. Ну да ладно. Наверное, тебе в руку отбили на этом самом этом. Бейсболе, да? Именно поэтому ты у нас сейчас... Рука у тебя неправильная. Да? Бейсболист херов. Ладно, давайте мы на этом и закончим. В следующей серии мы и встретимся с доктором, и встретимся с покойником, с этим китайцем, китайчонок, который хотел взломать тайфун. Но это мы все сделаем уже в следующей серии. Да? Шериф. О, а мы что-то можем взять? Что это? Триумфальное возвращение Нияши Аким. Это модифицированная поп-звезда из Нигерии. Чё? Нигерия? Опять Нигерия? То центральный банк Нигерии. То тебе поп-звезда Нигерии. Что в Нигерии сейчас происходит? Что оттуда у нас так много всего? Музыка планеты в Лос-Анджелесе одержав победу в 6 номинациях. Ее последний альбом Йоруба в борьбе с дискриминацией и нищетой. А также недавно модификация покоряется лица поклонников по всему миру. Она рассказала о трудностях жизни с имплантами. Нейропозин такой дорогой. Аким, получивший тяжелейшее ранение в теракте в Лагосе 25-го года, появился на церемонии награждения первый раз за последние 2 года. Так, теракт в Лагосе. Лагос. Это где-то, там же где-то в Африке. Я не знаю, там в эти африканские города, но кажется, там же. Лагос. В Африке где-то, да? Не знаю, где, но посмотрю в интернете. Так, тут все. Татгард выступает в конференц-центре Малинца. Как ни удивительно, в городе исторически поддерживающие модификации распроданы практически все билеты на выступление основателя фронта человечества Билла Таггарта. Подобное развитие событий может отражать
растущую поддержку борющихся против имплантов групп по всей стране. Этот хакер недолго будет валяться в морге. Ступай, как можно скорее просочись внутрь. Сумочка стоит, да? Ладно, далее мы закончим уже. Я больше ничего видеть особо не вижу. Кабинет, бардак какой-то. Electronic System Loss. Супер электромар... Ай, блин, тут бумаги валяются, тут этот щит валяется, весы эти самые, которые у аптечки стоят, лежат. Книги, сумка, биты раскиданные. Книги, вообще все какой-то бардак нахрен в офисе крупнейшей мегакорпорации по изготовлению модификаций. Еще нахрен валяется как попало. Вот только вот тут нам все нормально. И то. Если сюда посмотреть. Бардак у тебя в офисе. Бардак. Даже здесь. Возле стола. Бардак у тебя. Я даже думаю, что у тебя даже в компе бардак. Ладно, давайте заканчивать. А потолок не нравится, кстати. Потолок мне понравился. Ладно, давайте заканчивать уже. Ладно, с вами был Виктор. Всем пока.